команд брали участь у щорічному турнірі з баскетболу. Подію присвятили 28-й річниці Незалежності України та Дню міста Вишневого. Сьогоднішній турнір проходить в честь Дня міста Вишневого і також в честь Дня Незалежності. Да, ми об'єднали ці два праздники для нас. И поэтому мы хотим сегодня провести этот турнир, праздник баскетбола, праздник для детей, взрослых на этой прекрасной площадке. Наши партнеры – это Бышный Сергей, который нам очень сильно помог, это глава Мискарта, секретарь Рады города Вишневого. Слава Попров, все его знают, это игрок сборной Украины, он тоже выступил, партнер, тоже захотел немножечко поучаствовать в призах и во всем, что будет здесь сегодня происходить. Так как он может, хотя он в Испании, мы болеем за него, у него новый сезон. Много других партнеров в разных организациях, которые хотели сегодня помочь нам призами. Все, у нас будет много кубков, призов, много конкурсов, много всего интересного. Поэтому, ребята, главное, получайте удовольствие, уважайте друг друга, не наносите друг другу травм, получаем удовольствие, и пусть победит сильнейший, правильно? Головний суддя змагань, президент Федерації баскетболу Києво-Святошинського району Валентин Сліпуха подякував за підтримку у проведенні турніру. Я преподаватель середньої школи номер 2 Вишневської, суддя міжнародної категорії по баскетболу, президент Федерації баскетболу Києво-Святошинського району. Сьогодні ми проводимо на честь міста Вишневого і незалежності України, проводимо ми відкриваємо перший турнір, который будет традиционный, при поддержке міської ради и при поддержке города Вишневого, депутаты. Лично секретарь ради Сергей Пышный предоставил нам призы, предоставил нам финансовую помощь в проведении этого турнира. Также у нас есть, спонсоры, которые проводят этот турнир. Это игроки сборной Украины, которые тоже поддерживают нашу академию «Адмиралы», которая также была открыта этим летом. И мы делаем набор в нашу школу. Спасибо всем, кто участвует, кто принимает. Мы прекрасно понимаем, что это лето, и все эти площадки, и все, когда эти дети играют, это очень прекрасно. Лучше построить одну такую площадку, чем построить три реп-центра. Поэтому это забирает от гаджетов, это забирает с улицы, это забирает от курения. Это хорошие положительные эмоции. И здесь дети становятся полноценными членами нашего общества, нашей страны. Всего в турнире сегодня участвует 16 команд, по 8 команд в каждом возрастной категории U12 и U15. Турнір з баскетболу стане традиційним і допомагатиме залучати молодь до занять спортом. Кубками, медалями та заохочувальними подарунками відзначили всіх переможців та учасників заходу. Турнір проходив за підтримки Вишневої міської ради та Федерації баскетболу Києво-Святошинського району.